Вот уже более 10 лет Соединенные Штаты имеют возможность четко фиксировать подобные сцены с помощью фотографических спутников, находящихся на полярной орбите. Из множества систем воздушных камер, используемых в последние годы, возможно, ни одна другая не достигла такого уникального сочетания широкого охвата территории, высокого разрешения и гибкости операции, отличной от той, которая запечатлела эти изображения. Вот вам исторический экскурс за кулисы, чтобы показать, как развивалась эта чрезвычайно сложная камера в космосе, и выразить признательность правительственной промышленной команде, которая заставила ее работать на уровне эффективности и надежности, редко встречающемся в аналах космической техники, если вообще когда-либо существовавшем. Как его зовут? Его зовут Шестиугольник. Неоценимый вклад компании «Шестиугольник» в обеспечение национальной безопасности подчеркивает генерал Юджин Тай, бывший директор разведывательного управления Министерства обороны. Система Хёкскан была чрезвычайно важна для разведывательного бизнеса Министерства обороны в целом. Существуют широкие требования к большому количеству разведывательных данных, полученных в результате разведывательной фотосъемки, помимо простой информации об установке. Например, к целеуказанию, особенно к ядерному целеуказанию на очень важные объекты, отслеживанию районов развертывания авиабаз и так далее. И, конечно же, сегодня отслеживание мобильных ракетных систем имеет огромное-огромное значение. Но я бы предположил, что наличие широкого охвата территории было ничем иным, как чудом для оборонной разведки. И я никогда не забуду значение некоторых обнаруженных нами объектов, о которых раньше никто не знал. Примером может служить радарная установка Краснера Ярша. Эта огромная установка строилась в течение длительного времени, и, конечно же, благодаря точным и целенаправленным системам сбора данных. Мы не могли позволить себе широкий обзор местности, который мы получили позже от Хексаган, и смогли подобрать такие вещи. Я помню, что нас также беспокоил вопрос о том, действительно ли Советы в значительной степени покончили с производством бомбардировщиков. И одним из ключевых показателей, указывающих на это, было бы состояние их баз дислокации в Арктике, потому что они поэтапно выводили бы самолеты с этих баз, если бы они собирались нанести удар по Соединенным Штатам или Северной Америке. И для разведывательного сообщества было настоящим шоком узнать на фотографиях Кексагона, что они постоянно поддерживают и совершенствуют эти базы, и они находятся в отличном состоянии. То, что только что считалось само собой разумеющимся, на самом деле было не так. Поскольку у нас не было возможности по-настоящему опробовать эти установки, если мы не делали это целенаправленно. Такой широкий охват территории, который обеспечивает компания Hexagon, просто необходим. Я думаю, что сегодня также, конечно же, необходимо следить за советскими военно-воздушными силами в целом, которые как в военное, так и в мирное время будут развертываться не только с обычных авиабаз, но и с автомобильных дорог и с других объектов. У них есть шасси для самолетов, которые позволяют даже их тяжелым бомбардировщикам садиться на твердые поля, чего, конечно же, нет в этой стране. Но следить за передвижением войск – это ужасно-ужасно важно. И, конечно же, благодаря широкому охвату территории, вы можете обнаружить такие вещи, как развертывание целых армий. Ты никак не сможешь этого сделать, если тебе придется сосредотачиваться на чем-то одном за раз. Ты не смог бы себе этого позволить с помощью целенаправленной системы. Так что это будет очень-очень важно в течение очень долгого времени. И на самом деле, я бы сказал, что возможность осуществлять поиск по широкому району, который мы получаем из системы Шестиугольника, возможно, была самым важным вкладом в разведку, который когда-либо был сделан компанией системы разведки для нашего внешнеполитического истеблишмента. Это ужасно-ужасно важно, не говоря уже о картографировании, таргетинге и всех тех других структурах, которые поддерживались с помощью этой системы. Достижения компании Hexagon можно лучше понять, если коротко взглянуть на истоки современной воздушной разведки. Хотя использование военной аэрофотосъемки самолетов охватывало две мировые войны и корейский конфликт, только в начале 1950-х годов. Ряд крупных событий в Советском Союзе побудил нас к этому. Американским военным планировщикам необходимо искать новые способы быть в курсе военных событий и стратегий за так называемым железным занавесом.
Первым из этих событий стал взрыв первой советской водородной бомбы в августе 1953 года, за которым всего через 9 месяцев последовало первое испытание водородной бомбы в нашей стране. Затем в октябре 1957 года Советский Союз запустил первый спутник. Значение этих двух событий было быстро понято теми, кто отвечал за оборону США. Проще говоря, это означало, что Советский Союз обладал не только термоядерным оружием, но и большими ракетами, необходимыми для доставки его на межконтинентальные расстояния. Для разведывательного сообщества Америки сбор подробной, актуальной информации об этом новом устрашающем оружии массового уничтожения стал задачей, это имеет первостепенное значение. Тем временем Соединенные Штаты продвинулись вперед в разработке своих собственных ракет дальнего радиуса действия в середине 1950-х годов, а возможности, которые со временем также сыграют решающую роль в фоторазведке. К концу 1950-х годов в нашей стране был разработан и успешно применен самолет Ю-2, который в течение десятилетия обеспечивал большую ценность фоторазведывательной информации. К сожалению, в 1960 году самолет, пилотируемый Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, был сбит при попытке совершить первый односторонний облет советской территории. Хотя это широко разрекламированное событие закрыло российское небо для американских самолетов наблюдения, оно дало дополнительный стимул для разработки спутников на околоземной орбите для фоторазведки. Эта деятельность была начата примерно 4 года назад. Оптимизм в пользу такого подхода подкреплялся тем фактом, что основные правила эксплуатации космических аппаратов еще не были определены. В 1956 году военно-воздушные силы США разработали перспективный план развития того, что должно было стать семейством спутниковых систем. Для сбора различных видов разведывательной информации, включая фотографическое освещение запрещенных районов. Но Уилан вспоминает, как события дали толчок к этой работе под названием «Первооткрыватель». Это был совместный проект ВВС и ЦРУ, руководимый Эйзенхауэром в качестве промежуточного шага, в то время как САМОС, гораздо более амбициозная программа, имела шанс стать зрелой. Но президент, по совету своих советников, направил эту простую программу, менее амбициозную программу, которая могла бы поскорее достать какую-нибудь пленку, прояви ее. И это была очень неприятная программа. Я думаю, что до первого успеха Короны было 13 неудач подряд. Довольно интересно, что это первое ведро пленки было возвращено, когда Гэри Пауэрс сидел на скамье подсудимых в Москве, осужденный за шпионаж. И вот одно из таких замечательных совпадений. Но это не так. И вот Корона вступила в действие как раз в тот момент, когда Пауэрс вышел из строя, причем с гораздо большим размахом и мощью. Новаторская система Корона требовала физического восстановления своей пленочной полезной нагрузки с орбиты, что было успешно продемонстрировано в первый раз в истории в августе 1960 года. Успех Короны побудил ЦРУ и секретаря управления специальных проектов военно-воздушных сил независимо провести ряд технико-экономических обоснований для разработки системы поиска и наблюдения нового поколения. Потребность в шестиугольнике возникла в результате признания в 1963 году того, что успех Короны и Гамбита привел аналитиков разведки к убеждению в том, что стране действительно нужна система, которая имела бы разрешение системы Гамбит и охватывала бы территорию Короны. Поэтому как организация специальных проектов, так и Центральное разведывательное управление провели исследование системы, которая могла бы соответствовать этим очень строгим требованиям. Подход специального проекта был известен как S2 и был нацелен на систему, которая имела бы разрешение от 3 до 4 футов и охват полосы в 150 миль. Подход Центрального разведывательного управления был известен как Fulcrum и имел немного лучшее разрешение, но также и очень широкий охват территории.
Конкуренция была очень жесткой и противоречивой, в первую очередь потому, что технологические требования к системе с такими замечательными возможностями были действительно огромными. На самом деле были некоторые, кто сомневался в том, что это действительно возможно сделать. И что лучшим подходом могло бы быть усовершенствование коронной системы до несколько лучшее разрешение и продолжать использовать Гэмбит в качестве системы наблюдения. Но по мере того, как шло время, оказывалась существенная поддержка исследованиям, подтверждающим дизайнерские идеи, а также заранее разработанным работам. У меня возникло убеждение, что действительно можно создать систему, которая обладала бы таким замечательным набором возможностей, как разрешение Гэмбит и зона охвата корона. Центральное разведывательное управление разработало планы создания такой синоптической камеры. У нее были почти те же технические характеристики, что и у предлагаемой системы военно-воздушных сил. Таким образом, было принято решение на высоком уровне отменить усилия ЦРУ и военно-воздушных сил и создать шестиугольник под руководством Национального разведывательного управления. Некоторые из ключевых участников вспоминают определенные события того периода. Ответ, который пришел от тренировочного комитета, состоял в том, что действительно можно значительно улучшить разрешение поисковой системы. Это не скромное улучшение, а значительное улучшение. И тогда, в начале февраля, по-моему, 1964 года, они представили нам с Макоуном свой отчет и выявили ряд проблем. Но сказали, что именно над этими вещами нам следует начать работать. О.О. Аллен прекрасно описал это требование в том виде, в каком оно было дано разведывательным сообществом ЦРУ и военно-воздушным силам. «Мы хотим создать систему с широким охватом территории короны и высоким разрешением гамбита». Это была непростая задача, как он отметил, и те из нас, кто был связан с разработкой системы камер, были очень встревожены, когда мы начали оценку первоначального фильма еще с шестиугольник, чтобы увидеть, насколько хорошо мы справились с поставленной перед нами задачей. Национальный центр интерпретации фотографий подготовил для нас стандартизированный образец изображений гамбита, который мы могли бы использовать для этой оценки. И во время первого совещания группы по оценке эффективности мы были очень рады обнаружить, что действительно достигли цели, к которой стремились с самого начала. Система камер для Hexagon — это очень сложное устройство, которое на самом деле слишком сложно описать словами. Но одна из причин, по которой это устройство работало так хорошо, заключалась в том, что можно было соединить осциллирующий платиновый узел с высокоскоростным транспортером пленки к вращающемуся оптическому стержню. Устройство, которое позволило этому произойти, называемое твистер, было одной из немногих вещей, которые, как мне кажется, в моей карьере я хотел бы отнести к категории настоящих изобретений одного из подрядчиков. Поскольку мы изначально задумывали систему камер или сенсоров Hexagon, она должна была стать отдельным сегментом программы Hexagon. Однако вскоре стало ясно, что для достижения поставленных целей нам потребуется комплексный дизайн. И на основе этого решения мы создали очень эффективную команду государственных подрядчиков, которая объединила общую систему для правительства. Вот что мы сейчас услышим от некоторых ключевых игроков этой команды, чтобы получить некоторые другие взгляды на то, что они считали проблемами в то время. Программный офис агентства и отдел специальных проектных программ разработали свои собственные специфические спецификации для своих частей системы. Начиная с апреля 1966 года, эти отдельные офисы затем проводили отбор конкурентов, конкурсы конкурентов и отбор источников, чтобы определить, какие подрядчики будут участвовать в программе. Основной проблемой оптической системы в космосе является тепловая проблема. Верхняя часть оптической системы обычно видит холодный космос, а нижняя — теплую Землю. Но в этой системе оптические системы непрерывно вращаются и поэтому погружаются в тепловую среду, как на вертеле. Кроме того, есть две оптические системы, которые вращаются в противоположных направлениях, и поэтому угловой момент отменяется, а это большое преимущество для космического аппарата.
Вторая крупная разработка, которая уже была в разработке в то время, заключалась в оптическом дизайне системы. Компания Eastman Kodak разработала пленку с очень высоким разрешением, которая была очень привлекательна для этой цели, потому что можно было упаковать большой объем информации в небольшую область и, следовательно, иметь небольшой вес. Оптическая система должна была иметь большое фокусное расстояние. Оказалось, что она составляет около 5 футов и должна быть быстрой. Это было около 3 футов. Я еще раз повторяю, что все это было у меня под рукой, когда программа только начиналась. Мы, конечно же, исходили из нашей программы «Корона первооткрывателя» в Агене, и мы пытаемся извлечь большую пользу из нашего опыта в этой области. Кроме того, из-за большого количества полезной нагрузки у нас была большая потребность в электроэнергии, а из-за длительного пребывания на орбите мы нужно было разработать самую большую систему солнечных батарей, которая была бы в эксплуатации в то время. Мы также внедрили философию тестирования, согласно которой транспортное средство должно быть подвергнуто воздействию тех условий, в которых оно будет находиться при подъеме, а также на орбите. И для этого требовалась акустическая камера, имитирующая условия подъема. Для моделирования условий на орбите требовалась термовакуумная камера с возможностью оптических измерений. Кроме того, как уже упоминал Рот, терморегулирование и влияние температуры имеют огромное значение для такой полезной нагрузки, как это. А также из-за очень длинной конструкции, которая у нас была, нам пришлось разработать средства управления, которые предотвращали бы смещение и обеспечивали точность прохождения пленки, а также камеры. И это действительно было сложной технологической задачей. В рамках запроса предложений были представлены две версии восстановительных транспортных средств. Одна с двумя транспортными средствами, а другая с четырьмя. У нас есть два больших транспортных средства и четыре довольно больших транспортных средства. Мы были рады видеть, что когда было получено разрешение на запуск, оно было включено в версию с четырьмя транспортными средствами, потому что это несколько облегчило нам решение проблем с восстановлением. Наш предыдущий опыт был связан с развертыванием основного парашюта, и мы сказали, что программы «Меркурий» и «Гегемония» имели довольно низкую высоту полета — 10 футов. В рамках этой программы основной парашют раскрывался на высоте 50 футов, и его нужно было протестировать на этой высоте. А на испытательном полигоне в Салтон-Сивель-центре были серьезные проблемы с погодой и расписанием, и мы иногда страдали от задержек на несколько недель между сбросами. Чтобы получить тестовые данные, для продолжается разработка системы рекуперации, которая включает в себя, кстати, не только основной желоб, но и мусоропровод. В 1966 году были предприняты усилия по созданию картографической камеры, которая могла бы летать на шестиугольниках. Компания ITECTECH выиграла конкурс с помощью комиссии по отбору источников, и была разработана 12-дюймовая камера с фокусным расстоянием, включающая поездную камеру и две 10-дюймовые звездные камеры с фокусным расстоянием. В фотоаппарате использовалась 9-дюймовая пленка для поезда и 70-мм пленка для звездных камер. Эта камера летала на шестиугольнике, начиная с миссии 1205 в течение 12 последующих миссий. Она обладала высоким разрешением для картографической камеры, низким уровнем искажений и широко использовалась сама по себе для составления карт. Но в сочетании с устройством определения ориентации, в сочетании с пленкой высокого разрешения из панорамной системы, она довольно успешно использовалась для картографирования. Агентство взяло на вооружение работу, проделанную в компании ITECH, и обратилось к Перкину Элмеру. Перкину Элмеру совершенно случайно пришла в голову идея сделать фильм «Транспорт». И когда ты собрал воедино работу в области ITECH, которая была проделана к тому времени за счет государственного финансирования и, следовательно, принадлежала правительству, с разработками, которые совершенно случайно произошли в компании Перкин Элмер, и собрал их вместе, ты понял, что у нас была система, которая действительно начала обретать большой смысл. Это комбинированное решение было передано Динленду в его офис в Кембридже. Я сам воспользовался им. И он сказал: «Ей-богу, я думаю, что эта штука действительно сработает». И он уже доложил об этом Венсу и Макоуну. И в этот момент система заработала.
В 1966 году программа «Шестиугольник» достигла стадии официального конкурса, и как ЦРУ, так и военно-воздушные силы создали отделение по программам. В конечном итоге была выбрана команда подрядчиков из корпорации Перкин-Элмер, которая должна была разработать датчик преступности или полезную нагрузку с двумя камерами. Ракетно-космическая компания Lockheed должна была построить базовую конструкцию для всего космического аппарата, а также выступить в качестве подрядчика по окончательному тестированию и интеграции базовой сборки спутника. Компания McDonnell Douglas Astronautica занимается проектированием и постройкой больших спускаемых аппаратов, используемых для возврата экспонированных пленочных грузов с орбиты. Это компания General Electric, которая построит спускаемый аппарат МК-5, в котором пленка с картографической камерой ИТЭГ будет доставляться отдельно из космоса. Компания ИТЕГ будет отвечать за производство, тестирование и эксплуатацию прецизионной картографической камеры для получения точных данных о местоположении. Компания Eastman Kodak будет производить и обрабатывать различные ультратонкие черно-белые цветные пленки, как для основных стереокамер, так и для картографической системы камер. Корпорация Martin Marietta предоставит ракеты-носители Titan-3D на жидком топливе, а корпорация United Technology Corporation предоставит твердотопливные ракетные двигатели, необходимые для запуска шестиугольного спутника диаметром 10 футов. И компания Trove Systems напишет программное обеспечение T-Unity, которое будет необходимо для управления многими орбитальными функциями и операциями спутников. Разработка системы Hexagon была амбициозной программой, требующей решения многих сложных инженерных проблем. Вся ракета-носитель должна была весить почти 1,5 миллиона фунтов и иметь высоту 160 футов. Космический аппарат будет состоять из трех секций. В кормовой части находятся системы управления, распределения электроэнергии и питания, а также системы телеметрии, слежения и управления. В средней части находится двойная панорамная камера в сборе, блок подачи пленки, пневматика и электроснабжение. А в передней части находятся 4 устройства для извлечения пленки, картографическая камера, ее спускаемый аппарат и вспомогательные спутники. Длина пути прохождения пленки от каждого блока питания через каждую систему камер и до первого спасательного транспортного средства составляет почти 100 футов. Каждый блок питания обеспечивает подачу 150 футов пленки в каждую камеру с регулируемой постоянной скоростью до 70 дюймов в секунду при заданном напряжении. Узел петлителя в каждом тракте подачи пленки служит связующим звеном между системами транспортировки грубой и тонкой пленки и позволяет хранить в нем общую длину пленки. Нужно быть постоянным. Это позволяет системе транспортировки тонкой пленки подавать пленку со скоростью до 200 дюймов в секунду, требуемой в фокальной плоскости камеры. В комплект с двумя камерами входит пара вращающихся панорамных камер. Одна камера смотрит вперед на спутник, а другая — назад. Каждая камера имеет фокусное расстояние 60 дюймов и оптику F, сложенную в 3 раза. Оптическая система, которая содержит как отражающие, так и преломляющие элементы, установлена в цилиндрическом корпусе, называемом оптической планкой. Свет попадает в отверстие пластины корректора и отражается от складывающейся плоской поверхности на 24-мовое основное зеркало. Основное зеркало фокусирует свет обратно через группу полей, установленную в центральном отверстии складывающейся плоской поверхности, а затем на фокальную плоскость пленки. Во время фотосъемки оптические стержни непрерывно вращаются на 360 градусов, обеспечивая перекрестное сканирование. Но на самом деле съемка происходит только между 30 и 120 градусами каждого из них. Ротация кадров. В каждом оптическом стержне имеется валик, который направляет пленку поперек фокальной плоскости и прикреплен к оптическому стержню электронным способом с углом сканирования 130 градусов. Каждая система камер содержит активные направляющие и пассивные артикуляторы для центрирования пленки на опорных роликах в критических точках траектории движения пленки.
Сдвоенные приемные узлы в каждом из четырех спускаемых аппаратов обеспечивают пропускную способность пленки в размере 1/4 от загрузки питающей пленки. До появления шестиугольника ни одна другая система спутниковых камер не требовалась для транспортировки очень большого количества ультратонкой базовой пленки со скоростью более 200 дюймов в секунду. Второе – иметь возможность менять направление как на приемной, так и на подающей катушках. С самого начала своей первой миссии эта чрезвычайно сложная система выполняла поставленные перед ней задачи. Как объяснил один из тех, кто руководил компанией Гексагон в течение многих лет, тот факт, что это было достигнуто без каких-либо серьезных изменений в общей системе, свидетельствует о разумности первоначального концептуального дизайна, который был реализован в программе. Я приписываю этот феноменальный рекорд производительности на орбите двум основным принципам программы. Первый — это избыточность, которая была встроена в конструкцию системы, а второй — уникальное всестороннее тестирование от завода до площадки, которое было жестко реализовано и применено в программе. Система резервирования, что более практично, была разработана для всех критических элементов и подсистем таким образом, чтобы отказ одного единственного компонента не привел к катастрофическому провалу миссии. Запуски шестиугольника, проведенные в последние годы программы, мало чем отличаются от первого запуска системы 15 июня 1971 года, тогда, как и сейчас, спутник прибудет точно по расписанию. Предстартовая проверка проходит без происшествий и рутинно. А производительность ракеты-носителя остается номинальной от момента старта до вывода полезной нагрузки на орбиту. Что отличалось в 1971 году, так это тот факт, что потребовалось 5 трудных лет, чтобы довести Гексагон от утверждения программы до первого полета. Поскольку сложная инженерная разработка Гексагона в то время представляла собой передовые достижения фотографической спутниковой технологии, время пришло. Однако продукция компании с высоким разрешением, широкоугольными стереокамерами и 12-дюймовой картографической камерой более чем оправдала затраты времени и средств на ее разработку. Путешествуя по своей околополярной орбите высотой 95 миль, Гексагон смог выполнить поисковые требования разведывательного сообщества путем сканирования и нанесения на карту миллионов квадратных миль территории, контролируемой советскими войсками. Это также превысило требования разрешения наблюдения более 3 футов, что является необходимым условием для проверки соглашения об ограничении вооружений. Хотя стереосъемка с помощью Hexagon и не может быть показана здесь в стандартном кинофильме, она также во много раз доказала свою ценность для аналитиков изображений и сообщества пользователей. Однако такие качественные изображения, как это, производимые компанией Hexagon в огромных количествах, не могли бы быть достигнуты без ее наземных опекунов. В Центр управления спутниками военно-воздушных сил в Санивилле, штат Калифорния. В этом центре, являющемся узлом глобальной сети спутниковой связи, сотрудники военно-воздушных сил и подрядчиков поддерживают постоянный электронный диалог со спутником «Шестиугольник». С помощью голосовых и телеметрических каналов диспетчеры миссии «Шестиугольника» постоянно отслеживают, как работает транспортное средство и его системы полезной нагрузки, и передают ему любые исправления, необходимые для управления транспортным средством. Компьютерный комплекс центра и программное обеспечение T-Unity помогают определить конкретный профиль миссии, который наилучшим образом соответствует запланированному требованию к сбору разведанных. Для достижения этой цели данные об облачном покрове, поступающие от оборонной метеорологической спутниковой системы, также используются для планирования фотосъемки с целью получения максимальной отдачи над целевыми районами. Это оптимизирует использование пленки. Во время полета у всех на уме стоит тот факт, что после отделения от спутника шестиугольник, спускаемый аппарат работает самостоятельно. И должен работать безупречно до тех пор, пока его жизненно важный груз с экспонированной пленкой не будет подхвачен в воздухе самолетом 130 и затем отправлен на Землю. Специальное технологическое оборудование,
чтобы проверить работоспособность системы на орбите, промежуточные отчеты о полезной нагрузке на пленку. По мере их извлечения немедленно передаются группой послеполетного анализа диспетчерам миссии Гексагона. Эти данные позволяют предпринять критические корректирующие действия. Вот уже более 10 лет широкоугольные стереокамеры компании Гексагон продолжают охватывать обширные районы труднодоступной местности. Застывая во времени, можно наблюдать такие масштабные события, как целый боевой порядок. Например, крупную войну на Ближнем Востоке или конфликт вокруг Фолклендских островов. В течение 12 миссий картографические и геодезические возможности компании Гексагон дополняли и поддерживали эту основную функцию. Сначала мы использовали картографическую камеру, а затем твердотельный звездный датчик. Картографирование, составление графиков и геодезия также сыграли очень важную роль в успехе программы «Шестиугольник». За время существования этой системы мы получили покрытие площадью в несколько десятков миллионов квадратных морских миль, которое отличалось высоким качеством картографирования. За это время мы овладели примерно 98% территории Евразии. Мы овладели от 75 до 80% территории Африки, причем более важным моментом является то, что примерно половина облачного пояса была приобретена в первый раз в рамках любой миссии. Мы также приобрели большую часть южных районов Южной Америки, что было жизненно важно для нашей программы создания карт этого региона в масштабе от 1 до 250 районов. В дополнение к этим картам мы также смогли получить несколько сотен точек, которые имели решающее значение для стратегического воздушного командования, для определения местоположения целей, для смещенной точки прицеливания, фиксированные точки радара и тому подобное. В координации с оперативным сообществом картографическое агентство Министерства обороны оказало помощь в разработке твердотельного звездного устройства, которое позволило бы с высокой точностью определять положение панорамной камеры в момент экспозиции путем съемки звездных полей. Мы уже видели, какое богатое наследие Гексагон оставил как разведывательным, так и картографическим сообществом. Чтобы подвести итог тому, как эта передовая система была создана для получения все большего объема данных, вот полковник Ларри Кресс, руководитель программы Гексагон. Первая миссия Гексагона продемонстрировала тщательность разработки, тестирования и интеграции системы. Сама миссия во время этого первого запуска прошла в соответствии с планом. Цель состояла в том, чтобы выполнить 30-дневную миссию, а конечная цель состояла в том, чтобы провести на орбите 45 дней. Все функциональные проблемы были решены в испытательных лабораториях и на производственных мощностях. Первая активная миссия длилась 31 день и была продлена еще на 21 день для самостоятельного или инженерного периода, что дало нам время проверить, насколько хорошо работают основные системы. Я думаю, что достижение этой цели дало нам толчок к тому, чтобы проиллюстрировать очень хороший факт. Дизайн был продуманным, и вся работа была проделана. Именно это позволило нам продолжить эволюционные изменения за те 14 лет, что мы летали до сих пор. Нужно было внести небольшие изменения в такие вещи, как функции домашнего хозяйства, улучшить двигатели, например, улучшить базовую электрическую конструкцию. Кроме того, мы можем улучшить систему камер и пленки. Камеры стали более эффективными. Мы управляли ими более эффективно, и с появлением новых типов пленок мы смогли разместить в системе больше пленки, а также получить лучшее разрешение за счет лучшей зернистости структуры на пленках. Еще одной очень хорошей особенностью этой программы является возможность самостоятельно доставлять вспомогательные полезные грузы на орбиту, где в противном случае у них не было бы простого способа попасть в космос. На борту шестиугольника было доставлено в космос более 9 тонн вспомогательных полезных грузов. Первая миссия получила лучшее расстояние обнаружения Земли — 2 фута, а в среднем — 3,5 фута.
В сегодняшних миссиях расстояние обнаружения Земли на снимках сократилось в среднем до 1,5 фута. Вдобавок к этому мы значительно выросли по сравнению с первоначальным полетом, когда мы собрали 8 миллионов квадратных морских миль безоблачных изображений с Земли. И сегодня у нас уже есть 28 миллионов квадратных морских миль безоблачных изображений. Для общей оценки того, насколько важным был шестиугольник для Соединенных Штатов в 1970-х и начале 1980-х годов, мы обратимся к генерал-майору Ральфу Х. Джейкобсону, директору управления специальных проектов военно-воздушных сил. Высококачественная техническая информация, которую Гексагон предоставлял в течение последних 15 лет, позволила лидерам нашей страны принимать дипломатические и военные решения, жизненно важные для выживания Америки и остального некоммунистического мира. В период углубления недоверия между нами и нашими противниками, компания «Гексагон» предоставила убедительные визуальные доказательства соблюдения или нарушения договора Советским Союзом, что позволило нам заключить соглашение об ограничении вооружений с уверенностью и безопасностью. Шестиугольник также помог нам укрепить наши собственные оборонительные силы. Его картографические возможности позволили нам определять местонахождение вражеских целей с достаточной точностью, чтобы они могли подвергаться риску, с помощью наших собственных стратегических сил. Таким образом, компания «Гексагон» более чем оправдала ожидания, возлагавшиеся на нее в середине 1960-х годов. Ее панорамные камеры зафиксировали обширные территории с разрешением, необходимым для выполнения ее устава в качестве нашей основной системы поиска и наблюдения. Панорамные стереоскопические глаза Hexagon действительно обеспечивают вечную бдительность, которая до сих пор является ценой свободы. За это достижение мы должны поблагодарить преданную команду правительственных чиновников и подрядчиков, ученых-инженеров, диспетчеров миссий, аналитиков изображений, которые работают вместе, чтобы показать еще раз технологические достижения, которых могут достичь свободные люди для сохранения свободы. Это шестиугольник. Я страж свободы.